Добрий вечір, любі радіослухачі, на першому кримсько-татарському радіо Майдан у прямому ефірі програма «Наші люди». Програма, де ми говоримо з цікавими людьми на не менш цікаві теми. Сьогоднішній ефір, звісно, не є виключенням. Будемо говорити про кримсько-татарську журналістику із директоркою інформаційного агентства КХА та радіо Хаят Гаяною Юксель. Гаяна ханум, хош кілденес. Хош булдук. Гаяна ханум, давайте пояснимо нашим слухачам, чому саме 10 квітня вважається днем кримсько-татарської журналістики. Ну, наверняка уже многие знают, что 10 апреля – это день выхода первого номера крымско-татарского издания «Тарджиман. Переводчик». Оно вышло ровно 135 лет назад, и ее издателем был Исмаил Гаспринский. Издание вышло в Бахчисарае, было очень значимым, весомым, очень интересным, выходило на протяжении 35 лет. География Тарджимана простиралась от Балкан до Японии, тираж в лучшие годы достигал 10 тысяч экземпляров, и большое количество подписчиков было у издания, и сама популярность и значимость была очевидной. Кроме того, я хочу сказать, что Тарджиман, вот он и по сей день остается очень актуальным, и в Тарджимане, и вообще в деятельности Гаспринского, материалы для своей научной работы, для публицистических работ, для любых других материалов находят большое количество специалистов, как филологов, так и политологов, философов, социологов, историков. Настолько многогранной была деятельность Гаспринского. Мы в Крыму этот день, 10 апреля, отмечали и считали днем крымско-татарской журналистики. В 2011 году было принято соответствующее решение Курултая крымско-татарского народа, и мы собирались в таком профессиональном кругу, журналисты, издатели, писатели, историки, собирались очень в символичном месте, доме музея Исмаила Гаспринского в Бахчисарае, могли обсудить свои текущие вопросы, проблемы, а потом обязательно посещали могилу Гаспринского, Зинджирлы и Медресе. Поэтому 10 апреля очень значимая дата для крымских татар. Скажіть, будь ласка, в чому полягає особливість та значення Тарджиману в культурі кримських татар і загалом тюркських народів? Ну, я уже сказала, что это издание стало значимым. Вообще, если формально подходить, это было четвертое издание, которое выходило по хронологии. Четвертое издание, которое было выпущено в Российской империи мусульманскими тюркскими народами. Тогда вы знаете, что Крым был в составе Российской империи, был Таврической губернии. Формально это было четвертое издание, но по времени продолжительности, по значимости, по глубине публикаций, вообще по идеям, которые Гаспринский предлагал, это стало самым таким большим изданием. Почему он стал популярен? Прежде всего, благодаря деятельности Гаспринского. Тарджиман в какой-то степени был таким проводником идей Исмаила Гаспринского. А о чем он говорил? Говорил об объединении тюркских народов, о едином историческом корне, о едином языке, говорил о необходимости реформирования системы образования, говорил о том, что на восточные традиции должен быть наложен и применен прогресс Запада в науке, в технике, в образовании, и говорил, конечно же, о правах крымских татар, в том числе и крымско-татарских женщин. Это вот если очень кратко отражать его идеи, а Тарджиман стал таким своеобразным проводником этих идей или распространителем. Поэтому это издание очень важно. Я хочу сказать, что Тарджиман своим считают не только крымские татары. Знаете, его изучают и в Турции, его изучают и в Азербайджане, и в Средней Азии. Большое количество работ научных в Турции написано по Тарджиману. Совсем недавно, 2 года назад, мы были на одном из мероприятий, нам показали издание, которое было выпущено по выпускам 1 года. Тарджиман уже выходил 35 лет, а это вот издание, оно формата почти А3, на одной стороне Тарджиман в арабской графике, а на другой стороне переводы. То есть я хочу сказать, что настолько богатое наследие, оставленное Исмаилом Гаспринским,
что и до сих пор оно очень актуально и важно. И кроме того, еще один такой момент. Тарджиман в свое время стал такой творческой лабораторией или кузницей кадров для большого количества молодых крымско-татарских писателей, поэтов, журналистов. В 20-е годы 20-го столетия отмечается крымско-татарский ренессанс, взлет крымско-татарской культуры. И основу этого ренессанса составляют те люди, которые получали навыки профессиональные, образовательные именно в Тарджимане. Гена Ханум, як ви вважаєте, чи можна повторити успіх Тарджиману, тобто створити таку газету, яку б читав увесь тюркський світ? Вы знаете, это очень актуальный вопрос. Дело в том, что надо исходить из возможностей того времени и этого времени. Наверняка, если бы Гаспринский жил в наши дни, он бы использовал весь арсенал технических средств, которые у нас сейчас есть. С одной стороны, мы живем в более комфортных и удобных условиях, потому что у нас есть и радио, и телевидение, есть социальные медиа. У нас нет проблем вот с этим временным и пространственным промежутком. С другой стороны, становится сложно, потому что возникает конкуренция, большое количество идей в том же тюркском мире функционирует, и вот объединить их было бы достаточно сложно. Дело в том, что повторить успех Гаспринского можно, но для этого, на мой сугубо личный взгляд, необходима вообще вот ситуация и единение в самом тюркском мире, потому что вы знаете, что тюркский мир, он очень разнообразный. Вот если мы чисто фактически подойдем к этому вопросу, это 250 миллионов населения, 7 государств, включая Северный Кипр, где такая сложная политическая ситуация, потому что одни признают, другие не признают, 7 государств, 13 автономных республик, такие как Татарстан, Башкортостан и другие, и 56 народов, которые не имеют своей государственности. Вот чисто такой цифровой подход, да? И представьте, какое количество столкновений, интересов, проблем в этом тюркском мире. Для того, чтобы было единое СМИ, которое бы сейчас читал весь тюркский мир, должна быть соответствующая ситуация. Знаєте, мені здається, що політика вашого інформаційного агентства КХ в якійсь мірі подібна Тарджиману. Я маю на увазі, що ви намагаєтеся бути зрозуміли усім, у тому числі тюркським народам. Взагалі, наразі на яких мовах видає матеріал КХ? Салун, за этот вопрос, за то, что вы обратили внимание на наше информационное агентство. Да, совершенно верно. Мы возникли в 2005 году, то есть до оккупации мы почти 12 лет выходили на территорию полуострова. И тогда выходили на английском, русском и турецком языках. То есть как мы считали? Мы считали, что английский это для англомовной, англоязычной аудитории. Турецкий язык это для тюркской аудитории, в том числе и для крымских татар, и для турков и для тюрков, которые проживают во всем мире. Вот. А русский язык это уже для славянской аудитории. Поэтому мы пытались стать таким своеобразным информационным мостиком между славянским и тюркским миром. Ну, насколько нам это удалось, я считаю, что вот в том плане, в той первоначальной задаче, которую мы себе ставили, а это вещание на диаспору и общение с диаспорой крымско-татарской, нам это достаточно серьезно удалось. Уже после оккупации мы добавили еще два языка, украинский как государственный и румынский. К сожалению, сейчас румынский язык не имеется у нас в арсенале, но мы какое-то время выпускали новости на румынском языке, потому что в Румынии проживает многочисленная крымско-татарская диаспора, почти 40 тысяч человек. И мы подумали, что вот хорошо бы было для них новости на румынском языке писать. Вот, поэтому в этом контексте мы пытались и стремились, как вы говорите, вот к такому своеобразному информационному объединению тюркского мира. А с какими трудностями вы столкнулись, когда открывали агентство в Крыму? В 2005 году это было достаточно сложно. Ну, во-первых, мы прошли через все формальности, через которые проходит любое средство массовой информации. Мы получали разрешительные документы в Национальной Раде по вопросам телевидения и радиовещания, как информационный интернет-ресурс. Вот. И
это формальная сторона дела, то есть организовывали предприятия, тогда нельзя было идти как ЧП, обязательно должно было быть ТОВ, товарищество с ограниченной ответственностью. Но даже не это главное, мы прошли через эти формальности. В первое время мы столкнулись с тем, что нас восприняли очень враждебно, то есть нас посчитали каким-то таким непонятным ресурсом и очень с большой настороженностью стали к нам относиться. Наш первый материал, я помню его очень хорошо, это материал с митингом 18 мая 2006 года. Мы тогда его пытались сделать в прямом эфире в сети интернет. И вот он вызвал очень такую неоднозначную реакцию. Мы почувствовали и внимание спецслужб тогда, и какое-то такое настороженное отношение крымского политикума, который вы тоже знаете, очень неоднозначный. А уже в последующее время были технические сложности. У нас сервер был в Украине. В связи с техническими сложностями нам сначала пришлось его вынести за пределы Украины, а сейчас вот он, ну и сейчас он также и продолжает находиться за ее пределами. Поэтому определенная такая вот настороженность и какое-то дистанцирование, мы это очень хорошо чувствовали. Но, тем не менее, мы работали у себя дома, мы чувствовали поддержку наших соотечественников, наших крымских татар в Крыму и за пределами. И все сложности мы воспринимали как временные. А вот сейчас та сложность, с которой мы столкнулись, это нахождение вне дома. То есть мы сейчас не в Крыму, как и Мейдан, как и Атыр, и многие другие. И у нас совсем другие условия работы. И, конечно же, это уже совсем другие методы работы, методы сбора информации, обработки, совсем другие критерии оценивания. Вот. Но я считаю, что если сравнивать ту ситуацию и эту ситуацию, конечно же, та ситуация, она была более легко преодолеваемой. Сейчас то, что мы вне дома, это для нас очень большая проблема. До речі, є різниця між тим КХ, що був у Криму, і тим, що зараз у Києві? Саме структура інформаційного агентства? По структурі ми сильно не змінились, тому що у нас був інформаційний відділ, який розпадався на три составляючі: текст, фото і відео, тобто текстовий відділ, фотовідділ і відеовідділ. Єдине, що от зараз додався відділ соціальних медіа і языки, как я уже говорила, мы добавили украинский язык, и какое-то время у нас был румынский язык. Структурно мы не изменились. Другое дело, что у нас появилось еще одно средство массовой информации – радио «Хаят». Это уже после оккупации, уже здесь, в 2017 году, мы открыли вот такой электронный ресурс. То есть, по сути, у нас сейчас два средства массовой информации. И это, конечно же, существенно усложняет структуры и требует определенных организационных моментов, когда два СМИ, по сути, независимые, должны между собой функционировать. И еще один момент. Наша редакция, которая находится в Анкаре, в городе Турции, это, по сути, уже самостоятельное средство массовой информации. Потому что если до этого у нас была такая политика, что ведущими являются новости на русском языке, а английский и турецкий – это переводческие новости, то сейчас в Турции вот отделение КХ, да, или представительство КХ, оно, по сути, действует как самостоятельно. Они сами формируют информационную политику, находят гостей, делают какие-то программы сами. То есть, по сути, это уже вот новое средство массовой информации. До речи, есть журналисты, которые переехали разом из агентства с Крыма? Есть несколько журналистов, но они находятся не в Украине. Они переехали в Турцию. А что касается тех, кто находится в Крыму, то я бы эту информацию не хотела говорить, ну, разглашать эту информацию. Вот. И вот возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, да, по структуре, по обновлению. У нас, по большому счету, состав полностью обновился, и сейчас о крымско-татарской тематике рассказывают не журналисты крымские татары, а в большей мере журналисты украинцы. Меня, например, это очень радует, когда о нас
пишут люди, которые как бы познают или открывают для себя нас. Это сложно, с одной стороны, потому что есть ошибки, есть определенные нюансы, которые надо выправлять. Но с другой стороны, это очень важно, потому что на нас смотрят и нашей ситуацией интересуются. Я уже завершаю ответ на этот вопрос. Хочу привести слова одного из журналистов. Он относительно недавно устроился к нам на работу. Он пришел, причем это журналист, который работал в интернет-издании, то есть это не сторонний человек, а опытный человек, он знает турецкий язык, знает английский язык, журналист с опытом, и вот он пришел к нам работать, и через какое-то время, буквально 2 недели прошло, он мне говорит: вы знаете, Гаяна, я пока не устроился к вам на работу, я не знал, что крымские татары находятся в такой ситуации и оказывают такое сопротивление оккупации. Вот. Для меня это было очень важно и показательно. Если мы хотя бы одному украинцу это объяснили, значит, мы не впустую работаем. Дякую, Гаяна Ханум. Я нагадую, в ефірі програма «Наші люди». Сьогодні до нас у гості завітала директорка інформаційного агентства КХ та радіо «Хаят» Гаяна Юксель. Як ми вже говорили раніше, 10 квітня 1883 році вийшов перший випуск «Терджімана», але саме свято журналістики почали відзначати тільки з 2011 року. Гаяна Ханум, як ви вважаєте, коли з'явилося повноцінне кримсько-татарське ЗМІ? Повноцінне, тобто не окремо газети, не окремо журнали, а саме можна було сказати, що і телебачення, і радіо, у нас є все. Ви знаєте, діло в тому, що кримські татари, от якщо брати журналістику як сферу діяльності, я вам говорю, це вполне компетентно і відповідально, тому що в своє время я защитила диссертацію по кримсько-татарським средствам масової інформації, печатним, які виходили в початку 20 века, не віддільно по Терджіману, а те, що виходило в начале 20 века. Так вот, крымские татары имеют очень серьезные и глубокие традиции, связанные с прессой, со СМИ. У нас развитие наших средств массовой информации шло в ногу со временем. То есть, если формально подходить, допустим, к выпуску газеты «Терджиман» и брать выпуск газеты на фоне развития других средств массовой информации. Да, это было немножко позже. Например, первая газета в Европе выходит в 1609 году, первая газета в России в 1701 году, в Украине в 1776 году и так далее. Вот у крымских татар немножко позже, в 1883 году, но по значимости, по весу, по силе это очень серьезное издание. Потом, если вы возьмете период с 1883 по 1941 год, я насчитала для своей диссертации 129 изданий, 129. Это только то, что я смогла найти. А сколько еще потеряно? Некоторые издания существуют не просто на уровне подшивок, а просто на уровне упоминания о них в отдельных источниках. Вот, например, такая газета «Керчь из Чесы». В одном из изданий Мустиджипа Улькусала ссылаются на 136 номер газеты «Керчь из Чесы». Представляете, сколько должно было выйти номеров газеты, чтобы был 136 номер? Потом электронные средства массовой информации. Радио начинает развиваться в 20-е годы, силу набирает в 30-е годы. У крымских татар были свои радиоведущие. В составе Всекрымского радио до войны была крымско-татарская редакция, были ведущие. Вот, например, вы хорошо знаете писателя Ишрефа Шемьизаде. Его супруга, они оба сейчас Раметле, Фатма Аметова, она была первой крымско-татарской ведущей. А тогда она была молодой актрисой крымско-татарского академического драматического театра. Она была ведущей. И когда Мейдан, кстати, открывался в Симферополе в 2005 году, ее пригласили на открытие, чтобы таким образом продемонстрировать связь поколений. Дальше давайте возьмем депортацию. Да, были страшные годы с 44 по 53, когда крымские татары просто выживали. Но в 57 году у нас уже выходит газета «Ленин Байрак». Чуть позже появляется крымско-татарская редакция на узбекском радио. А потом, если вы возьмете уже 20-е годы, то появляется и крымско-татарская редакция,
80-е годы и возвращение крымских татар. Крымско-татарская редакция на Всекрымском радио, а позже уже развитие электронных СМИ и радио Майдан, и АТР, и Крымхабер Ажанс КХ, то есть электронные средства массовой информации. Поэтому нисколько не сомневайтесь, я вам говорю это вполне компетентно, ответственно. Я человек, который читала крымско-татарские издания 20-х годов, то есть не просто просматривала, а читала. У крымских татар очень серьезная журналистика, очень серьезные средства массовой информации, и наши СМИ, они шли в ногу со временем и техническими возможностями каждого периода. Вчора в Києві відбувся круглий стіл, присвячений річниці виходу газети «Тарджиман». Розкажіть, будь ласка, хто був спікерами і які, на які теми вдалося поговорити? Да, ми в даному случае, я имею в виду Меджліс кримсько-татарського народу, агентство «Кримські новини», совместно с Национальным союзом журналистов Украины инициировали круглый стол, который был посвящен 135-летию выхода газеты «Тарджиман» и Дню крымско-татарской журналистики. Знаете, очень важное мероприятие. Мы когда готовились, мы попытались в рамках нашего мероприятия и отведенного тайминга, все-таки круглый стол — это достаточно такое динамичное мероприятие, учесть все аспекты, которые связаны с «Тарджиманом». Прежде всего, исторически. У нас были историки и науковцы, которые занимаются крымско-татарской проблематикой. Далее у нас были журналисты крымские, которые сейчас занимаются проблемой Крыма, и для которых связь с Крымом – это не просто какой-то теоретический вопрос, это ежедневный труд, ежедневная практика. Это и Крым Реалии, и Крым Хабер Ажансы, и Black Sea News, и телеканал АТР. Очень важный аспект, на который мы обратили внимание, это состояние со свободы слова в оккупированном Крыму. Вы знаете, что журналистики там нет, там есть пропаганда, там есть гибридная информационная война или ее элементы. И, по сути, сейчас функции журналистов на оккупированном полуострове выполняют гражданские журналисты, то есть те простые люди, которые, ну, простые я в данном случае имею в виду в хорошем контексте, которые не имели отношения к средствам массовой информации, но в силу обстоятельств оказались вынужденными фиксировать происходящие события. И вот этот аспект, гражданская журналистика, он нами тоже был отмечен, присутствовал Седомет Седометов, журналист телеканала АТР, бывший гражданский журналист, который был вынужден покинуть территорию полуострова. И еще очень важная составляющая, я вот всегда на нее обращаю внимание, это связь с Крымом. Мы обязательно должны ее иметь, мы обязательно должны слышать тех, кто сейчас находится на полуострове. У нас была скайп-связь и с Шевкетом Меметовым, редактором телеканала АТР, и с Сервером Мустафаевым, активистом, правозащитником Крымской солидарности, гражданского объединения, которые сейчас выполняют вот эти функции гражданских журналистов. То есть в рамках круглого стола мы попытались охватить, насколько это нам позволило время, все аспекты. И здесь я хочу обратить ваше внимание еще на очень важный момент. Мы когда связались с Крымом, Шевкетом Меметовым, вот он сказал об этом, в Крыму после оккупации созданы отдельные СМИ. Открыли газету «Мираба», открыли телеканал, открыли медиа-центр, которому дали имя Гаспринского, то есть что-то создали. Но вот эту дату 10 апреля и 135-летие «Тарджимана» в Крыму не отмечают. Хотя вполне логично и естественно эту дату проводить непосредственно в Крыму. Понимаете, в планы оккупационной власти не входит развитие культуры, истории, традиций крымских татар, а входит вот эта вот пропагандистская работа. И поэтому нас поблагодарили за проведение вот этих мероприятий. И это очень важно, что и вчерашний круглый стол состоялся, и сегодня медиафорум идет, и все это на платформе «Тарджимана». Взагалі, як ви можете оцінити стан кримськотатарської журналістики на материковій Україні? В даному контексті, якщо говорити о материковій Україні,
наверное, было бы не очень правильным отделять крымско-татарскую журналістику от крымской в целом. Так, звісно, що... але просто зараз, як ви сказали раніше, Крим не може в повний голос говорити про те, що відбувається. І тому певна задача лягає саме на тих, хто знаходиться на материку. Совершенно верно. Я считаю, что те журналисты, которые находятся сейчас здесь, есть те, которые раньше выехали, есть те, которые позже выехали по собственному желанию или насильственно, они в полной мере, в силу всех своих имеющихся возможностей пытаются рассказывать о ситуации в Крыму. Совершенно верно, о том, что происходит на полуострове, люди, которые там живут, говорить не могут. Поэтому эту функцию должны выполнять мы. Это что касается свободы слова. Другое дело отношение вообще украинской власти и украинских СМИ к крымской проблематике и крымским средствам массовой информации, по моему глубокому мнению. Знаете, вот те цифры, которые озвучиваются по присутствию крымской тематики в общенациональных медиаресурсах, они, конечно, ужасны. Там 0,002% эфирного времени. По моему глубокому убеждению, во-первых, должна быть поддержка крымских средств массовой информации, не только интернет, средств массовой информации. И во-вторых, должна быть не только стимуляция интереса к крымской проблематике, но и в целом выделение квот в прайм-тайм, в какие-то лучшие эфирные часы для того, чтобы освещать тему Крыма. Здесь я согласна с тем, что это должно быть в рамках общей информационной политики. Возможно, тему Крыма нельзя отделять в этом понимании от темы Донбасса, потому что это схожие ситуации. Но вот эта вот политика, она должна проводиться. А что касается своих коллег, я считаю, что мы делаем все возможное для того, чтобы тема Крыма звучала, для того, чтобы мы могли говорить то, что находящиеся в Крыму люди говорить не могут. Як ви вважаєте, яка роль сучасних національних ЗМІ у питанні мови та культури саме в Україні? Ну, роль средств массовой информации в вопросах культуры, языка, развития традиций, она всегда была очень важной. Средства массовой информации могут, вы знаете, очень существенно стимулировать этот процесс. И пример, и радио Майдан, кстати, и телеканал АТР это очень хорошо показали. Если бы не оккупация, наверное, наш язык, наши определенные традиции, они бы развивались еще с большей силой. Я просто помню вот этот период такой небольшой, дооккупационный, разговаривать на крымско-татарском языке, знать крымско-татарский язык для молодежи стало делом престижа. Я знала молодых людей, которые хотели выражаться на родном языке, то есть выражаться в каком контексте, то есть чего-то добиваться, быть интересным, да, ставить какие-то амбициозные задачи и их решать. И это было очень важно. И вот для этого процесса такой подоплекой в большей мере стали наши национальные средства массовой информации, которые вещали на родном языке. Это же вообще прекрасно, это очень такой здоровый и хороший процесс был. Если бы не оккупация 2014 года, я думаю, что мы бы имели вот такие вот показатели. Поэтому в этом плане средства массовой информации и их деятельность, и ситуация в языке, культуре, развитии традиций, они просто неразрывно связаны. Это как вот одно составляющее. До речі, говорячи про національне ЗМІ, як ви вважаєте, чи може впливати особливості національного менталітету на професійну діяльність журналістику? Да, салон за ваш вопрос. Ви, я смотрю, дуже хорошо вот погрузились в кримська. Ну, ви сама кримська татарка і погрузились в эту тематику і задаєте, на мой взгляд, очень правильные вопросы. Дело в том, что какой-то период в Крыму вот возник такой спор, он немножко так вспых и погас.
Есть ли крымско-татарская журналистика? Кто-то стал говорить, такой журналистики нет. Это то же самое, что украинская физкультура. О какой журналистике идет речь? И так далее, и так далее. Дело в том, что крымско-татарская журналистика есть. Как есть украинская, как есть польская, французская, английская и так далее, и так далее. Журналистику в этом контексте не надо понимать как набор технических приемов. Камера включается для всех одинаково, и в Крыму, и в Бразилии, и в Соединенных Штатах Америки, или там оборудование выставляется одинаково. Здесь речь идет о ментальном наполнении и о тех проблемах, которые поднимаются в этой журналистике. Поэтому в этом плане крымско-татарская журналистика есть. Она очень своеобразная, она непосредственно связана с нашими проблемами и с нашей реакцией на вызовы дня сегодняшнего. И вы знаете, наши люди, они достаточно пассионарны и очень активно реагируют на те или иные вопросы. Ведь у нас обсуждения или споры возникают по разным вопросам. Я сейчас не беру негативные стороны, когда там они переходят в какие-то такие непотребные формы, да, личные оскорбления и так далее, и так далее. Но вот крымско-татарская журналистика в этом понимании, она существует, она непосредственно связана с нашим положением, с нашими проблемами, с нашей ментальностью, и это очень важно. И она, кстати, была, есть, и я думаю, она никуда не денется, пока есть крымско-татарский народ. Тобто перспективы у нас есть? Перспективы у нас есть всегда. Надо с надеждой и с верой смотреть в будущее, в конце концов, свое будущее мы формируем сами. Как бы сложно ни было, какой бы ни была такой, знаете, иногда такой трагической как бы ситуация. Меня спрашивают, а почему вы свое радио назвали «Життя», да, «Хаят»? Я отвечаю, потому что это никак не связано ни с какими предприятиями, которые здесь функционируют и так далее. Когда тебя выгоняют из дома, когда у тебя отбирают все, когда у тебя отбирают землю, дом, родину, остается только одно – жить. Жить. Вот жить на зло всем. Жить на зло всем врагам, на зло всем злопыхателям. И вот эта надежда, эта сила, я думаю, она присутствует в каждом крымском татарине. И мы доказываем своим примером, что несмотря ни на какие сложности, мы народ-созидатель. Дякую, Гаяна Ханум. І на останнє, може, ще якісь побажання, ви так гарно сказали. Можливо, порада якась нашим слухачам. Я очень надеюсь, что нас слышат в Крыму, слышат наши соотечественники. Я очень надеюсь на то, что мудрость наших людей, умение разобраться в той в ситуации, в той лжи, которая идет и сейчас сознательно манипулируется, она даст возможность нам всем, я в данном случае не отделяю себя от тех, кто находится в Крыму, выйти достойно из сложившихся трудностей. И, конечно же, я всем желаю силы духа, силы веры, силы надежды. Я желаю того, чтобы люди не теряли вот этот вот свиточ, да, вот этот свет в конце тоннеля. И я думаю, что в итоге мы своей цели достигнем. А цель у нас возвращение Крыма и создание крымско-татарской национально-территориальной автономии. А все вопросы, которые у нас будут возникать по ходу, они будут решаться. Звісно, дякую, Гаяна Ханум. І, звісно, усіх ЗМІ національних кримсько-татарських, які зараз в Україні, на материковій частині, в Криму, у нас усіх одна ціль. Я нагадаю, в ефірі програми «Наші люди» була директорка інформаційного агентства КХА та радіо «Хаят» Гаяна Юксель. Слухайте нас та залишайтеся з Майданом.